Мой дед, Федоров Николай Егорович, родился 15 сентября 1919 года в деревне Завражное. В 1939 году был призван в Советскую армию в артиллерийский полк рядовым солдатом в городе Днепропетровске. Там и встретил начало войны. Был ему тогда 21 год. Службу нес в 147-й стрелковой дивизии. В октябре у города Борисполь Киевской области их дивизия была полностью разбита немцами. Оставшихся в живых, среди которых был мой дедушка, немцы взяли в плен и поместили в лагерь для военнопленных в городе Киев. В декабре моему деду с группой товарищей удалось бежать из лагеря, и дедушка был зачислен в отдельный полк и участвовал в 1945 году в освобождении Праги. После победы он проходил службу на территории Венгрии и Чехии и прослужил до мая 1946 года, после чего вернулся домой.